Приветище, это Нек, и мы продолжаем его удивительную историю. Горные ущелья. Правый борт, я вижу танки! Это старая шахта. Она огромная, тянется на многие мили. Непонятно, что задумали гоблины. Предлагаю сесть и взглянуть поближе. Они забаррикадировали вход на совесть. Придется искать другой путь. Я предлагаю разделиться. Скажем, на север, восток и запад через лес. Мы идем через лес. За мной, Нек. О, да, мы в лесу. С моим создателем. Приключение начинается. Глава вторая. Будь начеку, Нек. В этих лесах полным-полно опасных тварей. Окей, я с ними разберусь, если что. Не переживай, бро, я тебя тоже защищу. И надо не забывать искать тайники. Какой жучок. Ого! Он, кстати, робот. С двух плюх вроде вышибаю. Еще один. Откуда здесь роботизированный жуть? А, досталось мне. Так. Надо смотреть по сторонам хорошо. Что-нибудь можно сломать? Что-нибудь ветхое надо искать, потому что все, что я нахожу в тайниках, это усиливает меня. Если я, конечно, все соберу. Так. Вот еще кристальчики. Мне бы реликвии где-нибудь найти. Или как они там? Реликты? Реликты, да, реликтов найти, чтобы увеличиться в размере. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот сделаю. И все. Размотал жучар. Где же мне реликты найти? О, какой! Этот бомбой! Вовремя я отскочил от него. Неожиданно было. Если бы не отскочил, то он бы подорвал меня вместе с... Этот еще один бомбалейла, да? Опа! Отскочил. Блин, когда я маленький, я вообще без волос. Так не круто. Брови и одна волосинка. Стремновато как-то смотрится. Так, здесь что-нибудь есть? Смотри-ка, какое-то древнее строение, а в нем реликты. А в нем реликты. Это мне пригодится, ломай. О, наконец-то! Наконец-то мои волосяшки вернулись. Там снова бомбалейла идет ко мне. Давай-давай-давай. Оп. Вернулись. Сейчас я здесь побью по всему. Вроде бы тут ничего. Где же могут быть спрятаны... О, птица какая-то. Ты друг? Нет, это не друг. Нифига себе. Ничего себе, как ты могешь. На тебе по жбану, дятел ты. Он, кстати, реально на дятла был похож. Я здесь не пропустил янтаря? Нет, не пропустил. Какие-то странные камни, смотри, в корнях деревьев и в земле какие-то странные такие рунические камни интересные. Опа, чара. Ой-ё, как они меня. А я сейчас их... Нет! Надо было вернуться. Блин, он, видишь, эту птицу нельзя так просто убить. Она улетает. Один удар, и она улетает. Гасится от тебя. Перелетает на новое место. Так, эти ловушки означают, что где-то поблизости затаились гоблины. Будь осторожен. О, ты снова здесь. А тебя можно ударить? Не, его нельзя ударить. О, нашел, смотри, тайник. Вот как они выглядят. Все теперь понятно. Ништяк, подхилились, круто. Значит, смотрим в оба. Если я где-то что-то пропущу, пиши в комментариях. Я потом вернусь, заберу это. Ага, нифига себе, они прям... С одного выстрела меня вышибает. Это как-то нечестно. Нечестно. Да я же прыгнул, подпрыгнул. Понятно, значит, бомба Лейла. Жучка лучше не перепрыгивать. Да что ж такое? Что началось-то? Что-то от всех отхватываю. Как-то не круто. Как-то не круто. На тебе. Вот так вот разобрался. Давайте мне мои силы, возвращайтесь ко мне. Так, что с этими делать ловушками-то? Сейчас, подожди. Может, их как-то обезвредить можно? А, под них надо бежать. Вот так вот, все, понял. Он как бы зонтиком расстреливает все стрелы, а я под него прячусь, и он по мне не попадает. Ух ты ж. Ух ты ж, блин. Давай.
Не успел, не достал. Здесь вроде ничего не спрятано. Бегу дальше. Опять ловушки. А это кто такой? Ты вроде безобидный, слушай. Но нет, он все-таки хочет меня одолеть. Хочет со мной подраться. Ну давай. Обожаю замедленную подсъемочку. Это было красиво. Еще бы, если бы у него слюни вылетали, знаешь, замедленно, это было бы вообще эпично. Так, я могу за камни здесь спрятаться, если ловушки сработают. А их там две. Давайте ловушечки. Ловушечки. У меня даже янтаря нету, чтобы их обезвредить. Я вот туда капец как боюсь подходить. А, смотри, этот гоблин вылез из палатки. Там несколько палаточек еще. Ха, обалдеть. Как же бы мне... Там тайничок вижу. Так, ладно. Не успел. Я просто думал, если я сейчас под нее спрячусь, там выстрелит соседняя ловушка. Ах ты, устал. Да вот тебе, в челюсти. Успел меня все-таки задеть. Подбегаем быстрее. Ой-ой-ой-ой, как быстро нужно. Ничего себе. Ладно, сейчас попытаюсь. Да, ну что это за дела? Ну чуть-чуть ты, Нек. Ты не мог до него достать кувырком? В сальтухе? Так, ладно. Значит, сюда. Теперь сюда. Но не успеваю я никак сделать это. У меня рывки тупо не срабатывают так реактивно, как я бы хотел. Мне, конечно, нравится этого гоблина бить, но пора бы уже и дальше продвинуться. Так, так. Вот как это надо было. Не рывками, а просто пробежать. Тупо пробежать. Так, здесь янтарь, забираем. О, гоблин, привет. Ой-ой-ой-ой-ой, там еще и Бамбалейла. Бамбалейла. На тебе. Ну давай, нападай на меня. Хопа. Вырубили. Что это такое? Какие странные кубики появлялись. О, еще янтарь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, ну не получается у меня шкалу янтаря набрать. А, очень медленно коплется. Коплется, коплется. Вот еще камушки. Это хорошо. Подросли немножечко. Ничего, идите ко мне, идите ко мне. Давай, давай, давай. А, боитесь, сыкуете, да? Я тоже сыкую. Там у вас ловушечка, потому что стоит. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж такое-то? Только отхилился, массу набрал и сразу же отхватил. Все хорошо. Янтарчик. Янтарчик побольше надо. О, сколько тут гоблинов. Ну, это тролли. На гоблинов они не сильно похожи. На орков. На те, которые на нас нападали. Нападали, точнее, на лабораторию. Или на завод, или куда они нападали. На военную базу они нападали. Костерчик не разжечь. Здесь что? О, если я сюда вступаю, то я медленно хожу. Понятно. Это своего рода тоже ловушечка. Тайничков здесь по бокам нету. Окей. Значит, в луже лучше не наступать. У тебя что, лук, что ли? А, лучник. Смотри-ка. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Но в меня, походу, попал. Да. Развалился я. Ладно, еще разок попробуем. Начинаем с лучника. А, лучник далеко. Ну что ты будешь делать-то с этими троллями, а? Бесячие тролли. Мне еще один удар, и все. Мне как бы крындец. Так. Ну давай в луже подеремся. Не страшно. Я не боюсь грязи. Снова этот дятел там. Бесячее дятловское существо. Так, так, так. Убегаем, убегаем, убегаем. Убегаем. Есть. У-у-у, быстро, быстро, быстро. Ништяк. Ой, да там еще сверху двое. Некрасиво так. А смотри сейчас, что я с ними сделаю. Ну давайте, стреляйте в меня. Стреляйте, стреляйте, стреляйте. Вот так вот и все. А они издалека, и я тоже издалека. Я, наверное, зря, конечно, потратил на них янтарные силы. Но здесь есть еще янтарь. Вот, забрали его. Там снова этот дятел и два его приспешника. О, они за бортом выстояли, смотри какой. Так, вначале с дятлом надо разобраться. Вначале с дальниками всегда надо разбираться. Есть. Ай-яй-яй, в грязи, погряз, погряз в грязи. Ну чё, подойдешь, нет? Есть, выхватил. Они такие нелепые. Ой, красиво. Ой, хорошо вошел кулачок мой в его челюсть.
Здесь нет никаких секретов? Нет, вроде нет. Ладно, лезем в горы. Горы, горы, горочки. Янтарек. Лучники. Два лучника сверху. Сейчас надо быстро с ними разобраться. Черт. Черт! Они меня запалили. Ну давай, запрыгивай же. Ух, успел. А ты... Выстегнули меня. Попали. В мою пятую точку. Ну ничего, ничего. Состался, сейчас зайду. Я, короче, не ожидал, что они мне сразу же впалят. Давай, отворачивайся. Хватит лыбу растягивать. Вот так вот. Готов. Один в меня попал. Уворачиваемся. Подошел близко и вырубил. Вот так вот надо действовать со всеми. Жучара. Я от него ухожу. Опа, тайничок. Выкинули тролля. Есть что? О, ништяк, осколки. Все, со всеми быстренько разобрались. Напоминаю, что у меня сложность нормал. Это не легкая сложность. Поэтому я здесь иногда помираю. Как бы не все так просто, как хотелось бы. Да и на легкой сложности неинтересно играть. Должна быть какая-то... Какое-то сопротивление, понимаешь, в игре. Ой, вот тебе и сопротивление. Сюда. Хорошо. Ничего с них не выпало, с этих камней? Не выпало. На тебе. И другу твоему тоже. Леща отвалим. Сундучок какой-то. Подожди. Тут в горах могло быть что-то. Что-то могло, но чего-то нет. Опять эти квадратики какие-то появляются непонятные. Так, забрали. Я все думаю, не пропустил ли я чего? Ну, вроде ничего не пропустил, я все собрал. Смотри, сколько тут золота лежит. Это же золото. Я в шахту, что ли, иду? Приветики. Доктор, я нашел еще один вход. Хорошо, Олег. Погоди, я скоро. Такие без оружия, без всего. Тут же может быть опасно. Глава 2. Старая Они шахта. Они выкопали эти тоннели сотни лет Вторая назад. Часть. В поисках реликтов. В поисках реликтов. Ну, то есть, того же, что и я собираю, чтобы массу набрать. Тогда они находили их во множестве, но сейчас запасы совершенно истощились. Понятно, почему тут такие жуки тогда. Реликты в этой пещере. Выкусил. Прячемся. Ну давай еще раз стреляй. Ага. Опа. Надя. Живучий какой. Так, вот тут ничего нету. Нет, ничего нету. Сейчас я еще раз назад вернусь, быстренько осмотрюсь. Вроде бы я ничего не упустил. Да, тут доктор уже стоит. Идем вперед, и только вперед. Ждем новых приключений. Вот, вижу, тайничок. Тут, короче, тайники не шибко-то и прячут, их сразу видно. Ай-яй-яй-яй-яй, засмотрелся. Сейчас сдохну. Фу. Так, возьми этот старый бур. Возможно, в нем еще остались реликты. Ну да, остались. У меня вот сюда вот надо. Где, блин, сундуки с реликвиями? Реликты — это, конечно, хорошо, но мне реликвии нужны. Ну давайте, пускайте свои пульки. Ну как? Как я мог так обделаться, скажите мне? Вот их просто вообще убивать, просто подпрыгиваешь и кунг-фу им показываешь, и все. О, орк. Здорово. Я там твоих детишек раскидал, а тебя тоже раскидаю, чё ты? Это можно сломать? Ой-ой-ой-ой-ой, на тебе. Ну давай, замах. И получай. Еще. Комбо! Золото тут, конечно, знатненько, но оно нафиг никому здесь не нужно. Так, я набрал... Ой, ловушки. Я набрал янтаря, поэтому можно суперудар использовать. Так, подбегаем сюда. Да как? Я же под ним стоял. Чё за мухлёвская такая тема? Читеры. Ловушки читеры. О, да ты нифига себе, можешь назад откатываться, уворачиваться. Нет, это была плохая идея, но зато я его быстро убил. Ладно, подходим к ловушечке. Вот, я под ней.
Я под... Но все равно не задевает. Видимо, то, что я подрос, выше стал, поэтому им проще меня задеть. Не знаю. О, привет. Я там батька вашего сейчас а-та-та ему сделал. Двоих сразу. Красиво. Мы с тобой тоже... Да ну нафиг! Прям под его пушку, что ли? Под его пульку попал. Вроде такая простецкая игра, да, смотришь? Думаешь, да если б я играл, да вообще бы на изи все прошел. Да нифига подобного. Вот это я сейчас заболтался, ладно. Это заболтался. Ой, 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 ой. Ну давай, давай, давай. Вот так вот. Сейчас, короче, буду использовать тогда. Так, если ловушки у меня сейчас... Да. Ну вот так вот сделаем. Все, мне один удар остался. Как-то некрасиво вышло. Вот так вот и все. Чтоб меньше мороки с вами было. Здоровье мне кто-нибудь подкинет? Нет? Тут не было тайничка со здоровьем? Случайно? Нет, нету тут тайничка. Так, может стелс? Слушай, Нек, у тебя есть стелс? Ну как бы это совсем не круто, когда они вдвоем тут. Блин, руки не достают. Ладно, я сейчас буду выкручиваться как смогу. Удар, удар, удар. Готов. Уходим назад. Все, с этим можно разбираться. Нет, он откатился. Ну давай, 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 давай. Так. Черт, опять не успел. Сейчас. Есть. Все просто. Здесь у нас ничего не спрятано, ничего нету. Сколько там янтаря, ух. Сейчас я заберу. По какой-то причине реликты всегда находят в зданиях вроде этого. Но разве это вообще здание? Двери нет. Нога человека внутрь не ступала. Ты уверен? Мне кажется, это и люди создавали. Может, инопланетяне создавали? Может, орки копали? Так, янтарь был с другой стороны. Как мне до него дойти? Вот здесь вот. Вот он. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Что-то тут какие-то облавы. Че, мне сюда не надо, да, идти? О, здорово. Так, подожди, давай мы туда все-таки сходим. Знаете. Да ладно, ты выжил? Ах ты негодяй какой. Я вроде собрал здесь все. Здесь какой-то проходик. А, тут тупик. Ну его можно сломать, смотри-ка. Наконец-то, наконец-то. Реликвии. Что мы там нашли? Эта реликвия была спрятана очень хорошо. Деталь... Счетчика комбо. Вторая уже. Это хорошо. Блин, то есть вот такие реликвии, они прям спрятаны. Ну, ты видел как, да? Ладно, будем иметь в виду. Значит, наверняка я что-то где-то мог упустить. Сюда. Половина здоровья, это, конечно, не круто. Ох ты, ё-моё, сколько у них танков. Танки гоблинов. Мы их как-то обогнали. Да, они сейчас вниз попадают. Старая дорога не выдержит тряски. Четко. Это нам на руку. А вот это не на руку. Доктор, доставай пушку! Ладно, походу я буду разматывать это все в одиночестве, да? Расклепывать. Ну чё, похоже, знаешь, на римлян. Почему они похожи на римлян? Доктор, защити меня! А, не отходит отсюда, никто к доктору не подходит. Ну хорошо, это мне на руку. Так, знаешь, что я сделаю? Я сейчас сделаю вот так вот. Янтарь быстренько соберу. А этого, конечно, наверное, мне не хватит. А-а-а, по жопе получил. Да, мне этого не хватило, и все, я сдох. Я думал, я сейчас янтарь соберу, у меня будет суперудар, и я их вихрем завихрячу. Но нет. Блин, у вас еще мечи, да? Ага, ага, удар. Так, один готов. Черт, давай, добей этого. Ай, не получилось. Двоих смог, а двоих не смог. Ладно, ребятки. Значит, какой план пати у нас? Удар, удар. Да чтоб тебя. Да капец. Нужна тактика. Доктор, отвлеки их.
Я не знаю, чё... Доктор, помоги мне как-нибудь, что-нибудь сделай. Так. Это, конечно, не круто. Но это, конечно, не очень круто. Давай, замах, замах, замахнись, замахнись, замахнись. Давайте. Давайте, вот на это. А, меня со спины, короче, вынесли. Так, ладно. Буду, значит, делать вот так вот. Тут как бы по-другому вообще никак. Уходим, 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 говорю. Быстро назад. Да как ты меня достал своим длинным мечом, а? Он в прямом и переносном смысле меня достал. Ладно. Надо, короче, как-то их отделить. Уходим. Даже если я рывком, видишь, мне получается вернуться. Сложно. Сложно, блин. Наконец-то, наконец-то. Еще выбежали. Да подождите, дайте я разберусь с этим хотя бы. Готово. Ну, с этими двумя-то я сейчас легко. Я только янтарь соберу. Вот и все. Двоих-то вообще изично убивать. А вот четверых, это, конечно, геморно. О, ништяк. Побольше, побольше мне надо встать. Я вырос. Ты посмотри, какой мощный теперь. Сейчас я вас всех там размотаю. О, там еще детали есть. Привет, ребятки. Ого, смотри, какой крупный. Бах, бах. А вот тут мне нравится, я даже камни могу рушить. Офигенно, вот здесь есть тайник? Нет, тайника нету. Обратно можно запрыгнуть как? Нет, нельзя. Танк, значит, сейчас придется. Да, вот так вот нам надо сделать с ним. Просто скинули его в обрак. Здорово, ты... Че, спасибо? За что ты мне спасибо сказал? То, что я тебе путь? А, ну да, ты уже тут. Короче, орки будут меня сейчас тут бояться. Вот с этими, конечно... Да, я большой и ужасный. Можно просто бежать и все, и вот так вот. Давайте, эти мелкаши вообще, они... Они очень маленькие. Ах, черт, он меня ударил. Плохо. Эти мелкаши, они настолько мелкие теперь стали, что я могу вот так вот просто сбивать их. Так. Здесь ничего у нас больше не было? Нет? Идем сюда. Привет, ребятки! Опа! На вам всем! Моих реликтов отведайте! Бах-бах! Тра-та-так! На тебе! И тебе тоже! Как мне нравится их выносить с одной плюхи! Это так круто! Здесь нет тайников никаких. Вот, кстати, янтарь забыл забрать здесь. Так, сейчас я быстренько тут по всем сторонкам пробегусь. Окей. Значит, отсюда можно идти. Тут ничего. Сейчас еще вот здесь вот проверю. Нет. Нет. Нет, вроде бы. Все, хорошо, идем. Тут тоже ничего. О, вот это здорово. Камень. Короче, там, где камни разбиваются, там по-любому есть тайник. Здесь вроде ничего не разбивается. Значит, у нас здесь есть что? Головоломка. Ага, диспетчерская. Но в этом генераторе реликтов нет. Какая-то диспетчерская, ты чё? Диспетчерская. Это не похоже на диспетчерскую. Диспетчерская — это где тёчки сидят и на телефонные звонки отвечают. Это диспетчерская. Так. Я здесь могу переключать рубильники. Ну, как бы... Они здесь нифига не работают. Может, я их янтарем могу как-то запитать? Минуту, док. Сейчас я включу свет. Вперед. Где моя большая масса? Зачем ты это сделал? Не, конечно, мы не смогли бы пройти, но... Так. Здесь должен быть какой-то тайник, да? Да, реликвия. Что у нас тут? Че это за железная балочка? Деталь преобразователя. При низком показателе здоровья реликты можно добавить из янтаря. А, подожди, реликты можно добывать из янтаря. При низком показателе здоровья. Ну, понятно. Классная штука. Классная-классная штука. Пригодится. То есть, ну, когда мало здоровья, я из янтаря добываю реликты и пополняю свое здоровье. Это очень важно. Идем дальше. У них лук появился.
До этого они все с булавами на меня нападали, а теперь... Нифига себе, как ты круто стреляешь. И по одной, по три стрелы за раз? Зараза. Зараза ты такая. Не успеешь, не успеешь, не успеешь. Мне так нравится, как с них броня еще слетает. Это очень классно. Че, чувачки? Вы все равно меня не вынесете, когда я в такой форме. Так, здесь дверь. Куда-то она ведет. Ну давай здесь пройдем. Ой, ловушки, ловушки. Подойдите ко мне, я не хочу к ловушкам идти. А, там лучник. Там лучник. Бабах. А, там реликты. Опа. Давай, срабатывай, ловушечка. Ловушечка досталась мне по затылку. Слушай, это куда-то... Дорога куда-то странно. Подожди, давай там еще дверь откроем. На всякий пожарный. И потом туда пойдем. А, все, янтарь, это здорово. Янтарек. Собрали. У меня есть один суперудар. Если что. Так что нужно его оставить на крайний, крайний опасный момент. Когда будет толпа вражин. Ух ты, ё-моё. А, да, вот так-то лучше. Знаешь, а я нашел тебя в пещере. Вот такой же. Видишь пьедестал? С пещерами вечно так. Смотришь, сам пьедестал есть, а на нем ничего. Но однажды, примерно 20 лет назад, я нашел особенную пещеру. Считается, что когда-то они были живыми. Реликты парили внутри, словно птицы. Но никому не доводилось увидеть этого. Кроме меня. На пьедестале была сверкающая сфера, а вокруг вращались золотые, красные и синие созвездия. Я протянул руку, и я не понимаю, почему. Но сфера пришла ко мне. Много лет я пытался раскрыть тайну сферы и стократно усилить ее мощь. И, наконец, я разгадал ее. И появился ты. Эй, пойдем осмотримся, а? Круто. Завораживающая история моего рождения. Ну, короче, своего рода это мой, типа... Один из домов, получается. Знаешь, вот у тиктокеров есть дома. Вот это мой дом. Моя хатка. Квартирочка. Камни можно? Нет, камни нельзя побить. Сейчас я янтаря тут нахаваю. Ух, это будет здорово. О, привет. Ворот. Давай еще раз стреляй. Мимо. Ой-ой-ой. Мимо. Не успел. Какой у тебя крутой лук. Вот бы мне такой. Хотя бы такой. Нет, это нельзя скинуть. Орки, я иду. Щемитесь. Ну, с этими... А, блин. Я забыл, что у меня форма-то другая. Я думал, сейчас их пузом своим растолкаю. Готов? Да, готов. Снова лучник. Ха-ха-ха, я перепрыгнул твои стрелы. Круто, да? Ой, блин, я думал, я сейчас... Камера так ракурс быстро сменила. Я думал, я сейчас во враг спрыгну. Назад. Ах ты, негодяй. Ну тебе же, доктор, сказали назад. Я надеюсь, он выжил. Как вы, док? А, все прекрасно. Поясницу прихватило. Ой. Ладно, пошли. Ой, 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 как тут опасно-то. Вот этого мне еще, конечно, тут не хватало. Ну ладно, с ними разобрались. Там еще есть. Оха, как он усиками дерется своими. Я и не замечал этого. Тут ничего сломать нельзя? Случайно. Подожди, подожди, подожди. Вот тут, вот тут, вот тут, вот что-то возможно. Нет, нет. Ладно.
Мне все везде мерещится, я все ищу тайники. Еще чуть-чуть, и у нас будет две ячейки янтаря. А это означает, что у нас два суперудара будет. Так. Вот так. Здесь надо быть аккуратным. Бежим, бежим, бежим. Как интересно, доктор за мной ходит. Если тут все обрушивается после меня. Блин. Черт. И как здесь запрыгнуть так грамотно, а? И попали еще по мне же. Есть. Ух. О, привет, ребятки. Не попал, не попал. Зато я двоих сразу же. Доктор, расскажи, как ты за мной ходишь. Там вроде все обрушилось. Лучник опять. Жалко, конечно, он своими стрелами не попадает в своих же. Это было бы классно. Все, у меня две ячейки янтаря. Расслабился, мальца. Ну чё, братья, вихря не хотите случайно? Вот так вот вам. Подожди, там, кажется, можно запрыгнуть или... Нет, там нельзя запрыгнуть. И стенку сломать тут тоже нельзя. Как-то... О, янтарик. Янтарик нам нужен. И там вижу реликты. То, что нужно. А здесь можно как-то? Нет. Я думал сюда запрыгнуть, но нет, нельзя. Никак нельзя, извольте. Лучники! Ай-яй-яй! Прямо ему на булаву. Но пока живем, пока все хорошо. Доктор, ты меня пугаешь. Не подкрадывайся так, пожалуйста. Подождите, подождите, нет, я туда не пойду. Не хочу. Нет, здесь вроде никуда ничего. Ладно. Пойдем сделаем крутую штуку, хотя нет. Крутую штуку мы не будем делать. Я вернулся. Да блин! Есть? Прыжок. Оу, е. Что это с него выпало? Подождите. Ящик с реликтами. Круто. Здесь ничего нигде? Вроде ничего нигде. Но нет, опять. Пошли! Но тут как бы сама пещера. Не страшно. Так, вот здесь вот можно камни разламывать. Глава вторая, часть третья. Осторожно, Нед. Вот такие камни ужасно скользкие. Да? О, нифига себе, как на льду, реально. Может, это не камни, это все-таки лед? Ну хорошо, я буду очень аккуратным. Блин, вот с лучниками, конечно. Мне это... Е-е-е-е, обдурили лучника. Здесь что, никого больше нет? Тайнички, вы где все? Опа. Какие странные... Да черт, как ты меня задел вообще? Ну давай, ломай, ты же можешь это сломать. Ну нет, не может. Печалька. Так. Ой, ё-моё. Надо было бежать, а я что-то прям в упор подошел. Ну ладно, не страшно. Не страшно. Привет, парни. Как ваше ничего? Одному хана. Получил по позу. Жирненький. Блин, у меня, видимо, мощи не хватает, чтобы сломать эти камни. Прям вот видно, что туда можно пройти, там что-то есть. Это что, с гранатами, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. А можешь сюда гранатку подкинуть, дружище? Мне тут гранатка бы не помешала, на самом-то деле. Можно взять... Ага, он еще и после себя оставляет гранаты, на которые я сейчас и подорвался успешно. Не круто. О, покатились. Юху! Как на серфе. Привет, ребят. Охотник за гоблинами переполучен. Ой, шикарно.
Убегаем, убегаем, убегаем. Прям в него прибежал. Убегал и прибежал. Ладно. Попробуем еще разок. Есть. Снова скатываюсь, как серфер. Блин, не успел. Не успел ему втащить. Пойдем с гренадером разберемся сперва. Ты еще и подпрыгивать умеешь? Ничего себе, ты крутой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, зря. Да, случайно. Случайно нажал на ульту. Ну, главное, чуть-чуть успел заюзать ее. Не впустую, как говорится. Странная дверь снова здесь. Ловушечки. Пойдем возьмем. Я снова мощный и большой. Вроде как это не максимальный наш размер. Мы можем еще вырасти. Еще больше можем быть. Так. С ловушками стало сложнее, когда я вырос. Набрал массу, стал жирнее, больше. Теперь проще в меня попасть. Опа, перепрыгнули. Я уже здесь. А, не достать. О, как красиво. Хорошо получилось. Чё-то я куда-то вышел. Битва с боссом сейчас будет, что ли? Площадочка такая прям, как арена. Тупик. Нам придется вернуться назад. Виктор, идите колотить, где ты? Ой, у него красные глаза. Это говорит о чем? Это говорит о том, что он против нас. Ладно. У меня есть для тебя крутая штука. Вот так вот. Сломался. О, другие появились. Но эти поменьше. Ну, с этими. Черт, 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 черт. Выбирайся оттуда скорей. Давай, 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 давай. Ай, ай-яй-яй. А чё, все, я сдох, да. Короче, эти сетки, ну, лучше в них не попадаться. Блин, все по новой, у меня нет янтаря. Вот это не здорово. Верните мой янтарь, пожалуйста. Эх. Ладно, так, сейчас с ним размотаю его в рукопашечку. Привет, парни. Недолго, да, я тут с вами. Вот и все. Давайте следующих выпускайте. Эти роботы большие, они неуклюжие, конечно, но вот если в хватку их попадешь, то будет бобо. Он хотел меня ногой прижать, а я ему по ноге этой втащил. Кто это? Виктор идет? Виктор, ты что натворил, слышь? Твои роботы меня чуть не ушатали. Значит, мне не послышалось. Все в порядке? Ваши роботы напали на нас. Неужели? Должно быть, приняли за гоблинов. Прошу прощения, я проверю их настройки. Не волнуйся, Виктор. Мне удалось найти пару реликтов. Так что в результате от меня не убудет. С этой стороны доносится ветерок. Предлагаю проверить. Бесит меня этот Виктор. Вот. А, ну вроде как нет, они правда, на нашей. Нет смысла лезть в шахты, если нет численного перевеса. Никогда не знаешь, кто там может встретиться. Гоблины, стражники. Чем больше сокровища, тем больше и риск. Ну ты видел, да, вот это показательное выступление, что выбежал орк, и его робот типа ударил. Я только не заметил, орк на него с дубинкой вроде бежал, да? Хотел тоже его отдубасить. Ну они, наверное, договорились. Вон, смотри, орки, и они... Ну да, они на робота нападают. Давай, робот, дубаси. Ну, покажи, как ты. Красава, чё, я просто в сторонке постою. Пускай роботы делают свою грязную работу. Я начал создавать роботов-шахтёров. С хорошей огневой мощью гораздо проще спуститься вниз и добыть реликты. Конечно. Я вот ещё пока и тайничков ищу. Тайнички, тайнички. Ой-ой-ой. Вот если бы я также мог на 360... Хотя я тоже могу на 360 крутиться, у меня же есть вихрь. Так, ты так не пугай меня, теперь братья. У меня есть еще и охранные роботы. Идея та же самая, меняется только оборудование. Помнишь, в Железном Человеке был чувак, который
О, привет. Назад такой уходит. В Железном Человеке, по-моему, во второй серии был чувак, который хотел сделать дронов. Вот, тут такая же тема. Чувак, который создал дронов и теперь восхваляет себя за это и говорит, что он крутой. Только все это фигня, ваши дроны. Продолжайте. Ну и что мы тут делаем? Вон тайник, кажется, я вижу. Я вижу здесь тайник. Да, тайничок. Что это за флешечка? Деталь детектора тайников. О, хочу вот эту штуку. Отображает близко расположенные тайники. Одна деталь из семи. Еще шесть осталось где-то найти. Да, это будет тяжко. Давай посмотрим коллекцию мою. Кристаллы, реликты, это мы с тобой в прошлый раз нашли вот эту штуку. А устройство, сколько у нас устройств? Детали от четырех устройств я нашел. Возможно, этих устройств гораздо больше. То есть, ну ты представляешь, сколько всего мне собрать нужно. Ох-ох-ох. Так, как мне ловушки обойти? Я вообще могу эти ловушки сломать? Нет, я сломать их не могу. Сломать не могу. Нифига себе. А, это гренадер подорвал. Гренадер, ты крут. Ушатал робота. А я тебе с одной плюхи ушатал. Давайте, срабатывайте, я побежал. Можно, кстати, когда я такой большой, перепрыгивать стрелы от этих ловушек и все. Так намного проще. О, так мы выбрались на свободу, на улицу. Надо вот эту штуку забрать. Давай, открывайся. Ну что ты? Прикинь, я не могу ее открыть. Типа, у меня фулл хп. Хотя у меня не фулл хп. Вот, наконец-то. Наконец-то. Я слышу роботов где-то здесь. Вот тайник еще. Ты там с ними разобрался, дружок? Так, давай посмотрим, как уничтожает этого робота. Да не ко мне вы идите. Что-то гранаты роботу этому ничего. Вот, наконец-то. Братиш, я бы, если честно. Как ты круто это делаешь, под тебя гранаты закидываешь. Братиш, я бы, честно, этого тебя не убивал. Ну, вот этого орка не убивал, потому что он уничтожает роботов Виктора. Они меня бесят, эти роботы, на самом деле. Но местами от них толк какой-то есть. Давай сюда сбегаем. Как знал, что тут что-то спрятано. Вот сюда можем пройти? Нет? А чё, уже ушатали робота, что ли? Какие вы быстрые. Вы очень быстро его ушатали. Поехали дальше. Прыжок. Здесь тайник. Ох, какая большая янтарная штука. Опять уничтожили. Прыжок, прыжок, прыжок. На тебе. Не хочу связываться с гранатами. Оу. Ха-ха, не успел кинуть под себя. Что нас будет ждать сейчас? Снова Виктор с роботами своими. А как ты сюда попал? Дружище, как ты сюда попал? Вот оно. Мы нашли логово гоблинов. Из дерева. Смешно, да? Райдер, как слышно? Ясно и четко, док. Обнаружена деревня гоблинов, кажется, нужная. Это к северу от точки высадки. Дистанция 10 километров. Вас понял. До встречи. Ха. И все? А как он пройдет через шахту? Да он нас еще обгонит. Даже если придется лезть на самую вершину горы. Еще немного, Нек. Я готов. Я уже вызвал подкрепление. Увидимся у поселения. Так, мы можем сюда пойти? Да, нам походу сюда и надо идти. Поселение, блин, у них танки там ездят, да? Ну, с чем они выбегали на военную базу с молотками, топорами, луками? Так, из этого база у них и построена. Еще янтарь. Мне сейчас тут янтаря столько надавали. Ну, как бы не очень-то и много, но такое ощущение, что сейчас будет какая-то битва. Яростная битва. Готов? Ой! Чуть по твою булаву не попал. Снова гренадер. Ай-яй-яй, задело немножечко. А, еще задело. Да, врасплох ты меня застал.
Тут еще скользко, блин. Как быстро я собрал этот ящик реликтов. Здесь дверь открыта. Ты не мог бы снова запустить этот лифт? А, это лифт? Ё-моё. Я снова мелкий. Тут красиво, ничего не скажешь. Деревня гоблинов на другом берегу озера, на той скале. Мы почти пришли. Ну, снова эти дятлы. Не, только не дятлы. Короче, глава 2, часть 4 у озера. Называется это все дело. А я перепрыгнул. Как мне нравится эту птицу бить. Я как бы против насилия над животными, но тут птица сама прям напрашивается. Если не я, так она меня. Как говорится. Вот смотри, она сейчас опять свой вихрь пустит. Кстати, я вот эти камни опять не могу ломать, видимо, потому что массы у меня недостаточно. Птица, ты сейчас... Ты сейчас же... Вот так вот тебе. Птица здесь одна, единственная из животных, которая как бы живая. Ну, натуральная. Не из железа сделана, не роботизирована никакая такая. И поэтому, видимо, я ее здесь не могу ушатать. До конца. Ну, привет, братюньки. Я теперь тоже мелкий, махонький. Ай-ай-ай-ай. Но это не значит, что надо меня пить. Как бы понимаешь, что я вас бью, но... Вот. Ребята, у меня тут есть для вас кое-какие штучки. Ладно, не буду я юзать янтарь. Мне один удар и все. Бах! Из-за угла я подошел. И втащил я гоблину. А здесь нет ничего интересного? Вроде нет. Блин, и все сначала? Капец. Да, бывает оплошности, бывает. Тихо, заткни свой клюв. Не пускай в меня вихри. Свистулина. Оп. Оп. Получила? Ебанище свой. Так, сейчас мы подходим к очень хрупенькому мостику. Нет ворот-то, блин! Увернулся так? Некрасиво вышло. Да идите колотить! Ну что это за подстава-то такая? Не увидел, прикинь, стрелу. А я как бы видел, что он стреляет, но... Короче, что-то я расслабился окончательно. Я привык, что у меня большая форма, а в большой форме много хп, и ты выносишь всех как расплюнуть. А сейчас-то я мелкий говнюк, который нифига не может. Надо всего щемиться, всего бояться. Улетело. Все, у меня теперь полные янтарные штаны. Так что можно сделать, знаешь, что? Так, да что ты можешь делать-то? Как вы меня бесите? Достали! С вами вот такой вот раз... Ты куда янтарь заюзал? Ты что, через камень не мог пустить в них янтарную волну? Это капец. Это капец. На те. Просто суперспособность просрал. Так, тут надо быть очень аккуратным. Бежим, бежим, бежим. Фух, перепрыгнули. Так, жуки, подрывники. Как? Я же подпрыгнул. Дубль 3. Нет, это уже дубль 4. Нет, это дубль 3. Офигово, я уже задолбался проходить эту локацию, не знаю сколько раз. Короче, если это третий раз, то у меня должно все получиться. Если четвертый, то стопудово все получится. Уже знаешь, на автомате все это проходишь. Ой. И в такие моменты думаешь, блин, надо было сложность полегче сделать. Убегай. Убегай. Ты еще уворачиваешься от меня? С этими разобрались. Еее, нормально, меня даже никто ни разу не ударил. Вот так вот надо с первого раза проходить. Как профи. А ты не как профи. Ну, то есть я не как профи. Как лошар какой-то, блин. О, классно. Трамплинчик был.
Жучки, может, мы подружимся с вами? Мир, дружба, жвачка, все дела. А чё вы? Ну, все, поздно мириться. Я вам предлагал. Эти штуки лучше перепрыгивать. А то как же доктор-то прибежит за мной? Вот, смотри, есть проходик, вижу. А-а-а, по жопе! По жопе мне прилетело. А, там жучки выползли. Я думал, тайничок там в этой пещерочке. Выкосили своими жвалами. Блин. Прячемся, прячемся. О, хэт выдал мне. Ладно. Вот вам хэды. Со здоровьем вообще трабло. Тут есть тайничок, дайте мне тайник, дайте мне... Дедуля, старичуля, дай мне эти реликты. Мне нужно хп срочно. Я сейчас загнусь где-то. О, это что за фигня? Там реликт? Я надеюсь, это реликт. Черт, опасность! Я не хочу подыхать, Фух. Истерика. Начинается истерика, когда мало хп. Во, наконец-то здоровье. Уже как-то радостнее стало. Че-то перепрыгнешь-то? О, круто. Только главное, чтобы тут никто не появился враждебный, когда я по льду этому бегаю. А они же появятся, вот увидишь сейчас. Такая западня. Я бы устроил такую западню. Нет, прикинь, никого и не было. О, ты еще и так умеешь, птица. Ну ты крутая. Ну чё, ребята, там он лучник. С лучником надо разобраться. Нет, 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 нет. Да блин, как мой кулак долетел до него. Пока хорошо идем. Несмотря на мои прошлые лузерские поступки. Опа. Сверху лучники набежали. А как мне туда попасть? Я как бы знаю, что сделать можно, чтобы они от меня отстали. Вот так вот. О, привет. Как вы ко мне подкатили? Ага, ага. Я еще и паркурить умею. Интересно, как дед-то сюда взбирается? Я вот вообще не понимаю. Я не думаю, что дед умеет вот так вот прыгать и паркурить, как я. Тайники есть? Я про тайники совсем забыл, но вроде бы их тут и не... Дед, как ты сюда попал? Расскажи мне секрет, а? Чертов дед. Он явно какой-то спецагент. Он что-то скрывает от меня. Выкусила птица. Всю дорогу как-то бегу и бью одну и ту же птицу. Хотя, может, это не одна и та же. Так, тайники, тайники, тайники. Вроде бы тут нету. Внизу, ну вниз-то я прыгать не буду, не хочу. Вот это разбить можно? Нет? Нельзя. Опаньки. Минус один, нет. Ай-яй-яй, в жопу, в жопу, в жопу, в жопу мне попало. А, фух, фух, пронесло. О, как раз реликты, отлично, отлично. Ой, как хорошо, все зашибись. Блин, тут здоровяк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сделаю вот так вот. Как это тебя не вынесло? Моя суперспособность тебя не вынесла? Ну ладно, в рукопашку зато я тебя вынесу. Я знаешь, что я еще давно не делал? Вихрь делал, а вот ударя об землю я не делал. Надо как-нибудь за... Гранаты! Прям на гранату побежал. Ну хорошо, что хоть отсюда, а не с самого начала. Если бы с самого начала, я бы просто вырубил бы комп и бил бы клавой об стол. От истерики. О, тайничок, наконец-то. Ну давай, добивай. Бомба, бомба, бомба. Кстати, бомба взорвалась и не открыла тайник. Ну как так? Так... Мы почти до деревни добрались, наверное. Это, конечно, не точно, но я куда-то уже вверх поднимаюсь. Ой, вот это вот... Я вот сюда спрячусь.
Ты чё, офигела меня? Как ты колобком круто назад кувыркаешься. На меня булыжники скатывают, офигели? О, Кейти. О, как круто получилось-то, а? Ха, бил этого и открыл тайник. Здорово. Что это же? Ты шо? Деталь преобразователя. При низком показателе здоровья реликты можно добавить из янтаря. А, ну да, это я добывал уже. Да, у меня одна деталька есть. Это хорошо. Это хорошо. На тебе. Крутой лучник. Ай-яй-яй, ты как ты смел. У тебя реликты есть, это хорошо. Я сейчас у тебя их отберу. Ящик отдал. Спасибо. Тут вроде бы ничего сломать нельзя. Ну и куда я выбежал? Утомился, да? Еще чуть-чуть. С этого холма можно увидеть форт гоблинов. Может, мне стоит поменьше сидеть над изобретениями и побольше заниматься спортом. Да ну, брось ты. Крепость гоблинов. Как странно. Я вижу танки, но здесь нет металлургических заводов. Танки построены не здесь. Ворота открыты. Предлагаю войти и осмотреться. Что? Пора заканчивать и ехать домой. Мы не узнаем ничего нового, пока прохлаждаемся здесь. Виктор, ты слишком заносчивый. Лукас, ты подожди здесь. Тут безопасно. Нек, присмотри за ним. Вы уверены, что это хороший план? Они уже знают о нас. Не будь план хорошим, я бы не приказывал. Глупый какой-то ответ. Да они сейчас в западню попадут, 100%. Ха. Вон там невероятное количество реликтов. Наверное, все, что они стащили с форпоста. О, да там главарь едет, смотри-ка. А, нет, это разновидность тёрков такая здоровая. Голубая. Как аватары, слушай. Кто вы? И что вы забыли в моей деревне? Ты напал на людское поселение. И всерьез думаешь, что последствий не будет? Последствия? Да я получил кучу реликтов, янтаря и другой полезной всячины. А еще несколько непрошенных гостей. Ха, получше никого не было. Мы лучшие. Высокотехнологичное оснащение этих роботов способно... Ваши танки? Удивительный пример машиностроения. Мы хотели узнать... Где я их достал? Это ты хочешь выведать? Не выйдет! Но раз уж они вам так приглянулись, вы их рассмотрите. Как следует! Ха! О, исследователь-то крутой. Оборонять ворота! Да, глава третья, часть первая, другой путь. Итак, я остался с мальчишкой. Но это уже... другая история, ну, в смысле, она продолжится в следующей серии. Но если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под видео, подписываться, если ты еще не подписан, подписываться на Яндекс.Дзен, ссылочки в описании. Ну и до встречи, увидимся в следующем ролике.